Rage on that beat, going crazy. Насчет того хотела сказать, что мы в машине танцуем, Пава, Саш. Это в нас всегда присутствовало. Так что это не на показ, это мы всегда. Если куда-то едем, у нас музыка всегда орет, мы всегда поем, всегда орем, всегда танцуем. Правда же это так? Ну да, это смотря сколько выпить. Да ладно. То, что мы ходим, гуляем по городам или что, там в городе музыка где-то играет, в центре или что, мы спокойно встанем, можем потанцевать. Это потанцевать как-то... можем. Да. Поколбаситься. Поколбаситься. Так что это в нас есть, и это уже не исправишь. Да? Танцевать мы любим. Поздняк метаться. Да ладно. Посмеяться мы любим. Конечно, поприкалываться, да? Смотрите, какая природа здесь. Поля, поля, поля. Где наши говно, горы? Говно, говно. Где замки наши, а? Жалко, жалко, что через камеру нельзя какой запах не передать. Так бы с нами понюхали. Катишки. Да ладно, что ты тут болтаешь? Я уже, кстати, на Шильдах она увидала. Саша говорит, у тебя зрение классное. Так далеко увидала город. Так, вот стоит Ханау. 34 километра. Собрались туда поехать. Посмотреть, что в этом городе есть. Посмотрим, может, остановимся. Погуляем. И дальше поедем. Да? Так, приехали мы в город Ханау. Как хочешь, если тебе жарко, сними. Пойдем посмотрим. Здесь должен быть шлёз. Саш, дай кофейку попью чуть-чуть. В этом городе Сашина сестра жила. Мы уже приезжали сюда. Ну, никогда не гуляли здесь, да? Просто в гости приезжали. Были много раз, но сюда ни раз не приезжали. Ни раз не приезжали, да. О, самолет вот эти, помню, постоянно летали. А теперь у нас времени, как говорится, больше. Теперь мы сели и поехали. Дверь захлопнули. И поехали. Да, самолеты тут летают. Частенько, да? А калитку-то я не увидала. Ничего себе, с Карлсруэ приехал дядечка на мопеде. Пойдем посмотрим. Встретились.
работает. А где она? В машине? А, ладно. Че теперь? Где ты будешь хотя маски? У меня вот тут вот в рюкзаке. А что, они тебе нужны сейчас? На, не тут, Саш, в самом сзади кармашек есть. Сзади? Сколько лавендель тут. Цветов сколько. Ой, пока доехали сюда, натанцевали, насмеялись, наржались, можно сказать. Давай, давай, я тебя, ты меня. Смотрите, я масочку себе выбрала, чтобы контраст немножко был. Саша беленькую дала. На щей. А бумажник? У меня все. Саш. Смотри, какая у тебя жена. Все собирает. Все собирает. Маски забрала, бумажник забрала. Короче, мы вышли с этого замка. Стоит посмотреть. Да, Саш? Мы очень довольны остались. Интересно очень было. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь. Альцо впечатление оставил, конечно. У нас еще на сегодня много планов. Почему-то нам времени всегда не хватает, да? На наши планы. Не за раз все сделал. Ну нет, не за раз. Мы постоянно ездим. Каждую неделю куда-то. Каждую неделю. Только выходные мы куда-то едем. Просто раньше мы любительски для себя как-то все снимали. И то, знаешь, обычно фотографии делали. Снимали-то мало. Ну. А теперь можем показать и вам, где мы находимся. Куда мы ездим. У многих людей нет возможности посмотреть это. Ну, не могут поехать, так могут видео включить, посмотреть. Вообще очень-очень интересно. Где-то самолет летит. А? Это же Майнц? А? Майнц? Река. Сегодня, блин, весь день против шерсти, блин. Не знаю, что с нами случилось. Замок зашли, немножко успокоились, а то всю дорогу плясали, орали, песни пели, да? Угу. А вон этот едет, пароход едет. Ну, не видно отсюда. Сейчас пойдем по лестнице поднимемся. А это не лестница? Смотри. Ага, ну отсюда его не видно, наверное, на камеру будет. Чуть-чуть, может, видно. Красиво тут. Прогуляться вот так. Ну, а мы ушли оттуда. Саша, побежали. Смотрите, какая красота тут. Немножко пробежалась. А, это барж. Ага. А я думал, это как такой пассажирский идет, а это барж. Это танкер. Соляру везет. Какая длинная, да? Блин, место какое красивое. Смотри,
камнями вот так выложили уточки. Смотри, вон на островке деревья растут, вообще классно. Такое место. Отдыхать тут классно. Ну я. Чтобы не прям. Мы сейчас прошли через парк. Вон туда, иди вон туда. Ой, сколько там утки, а какие-то это не утки. Смотри, они какие-то интересные. Это дикие какие-то утки. Гуляем по парку. Хорошо, что солнца нету. Если бы солнце было, сильная жара. Так пасмурно. Пасмурно, но душно. Наверное, будет все-таки дождь, да? Ну, грязь, конечно, тоже мы пособирали. Да, я машину вчера мыл. Да. Смотри, это какие-то утки, я не знаю. Может, кто знает, что это за такие утки? Напишите в комментариях, да. Потому что мы не знаем, что это за утки. А это, ну, видимо, домик их. Смотрите, какие интересные утки. Гусь не гусь, утка не утка. Напишите нам, что это за птица такая. Они не кусаются, эти утки. А то сейчас развернемся, пойдем, они за нами побегут. И все, у Светы сразу сердце-инфаркт будет. Вообще классный парк, да? Мы тут не были еще.